Я, Саша Ключ, снова в эфире. Ребят, я вам расскажу сегодня одну историю о том, как не надо воровать. Нельзя, воровать нельзя, это грех. Но в детстве я приходил сюда, вычислял, когда его не было дома, моего друга. А у него... еще совковые форточки были такие здоровые, блядь. Я спокойно становился, залазил в форточку и воровал у него модельки машин. Модельки. Бля, мне нравится слово модельки. Не модели там, не какие-то там, блядь, хуели, а именно модельки. У тебя сколько моделек? У меня 30, а у меня 40 моделек. Это охуенно было. И спиздил я у него, короче, не помню. Вспомнил. Волгу милицейскую. Разрисованную в мусорские цвета. И тут еще сверху стоял это... Люстра. Вот эта хуйня. Ребята, ну это было раньше. Сейчас я воровать не буду, честно скажу вам. Это был Саша Ключ со своим репортажем о воровстве.